профиля, тройничок. Это все соседская там труба. А нужно ли выравнивать стены, когда можно использовать только то, что имеем? Друзья мои, всем привет! Продолжаю, в общем, ремонт в ванной комнате. Я установил маяки для того, чтобы сделать задание геометрию комнаты и вывести стены в уровень. Короче, произвожу демонтаж пола, частичку пола, для того, чтобы перенести трубу горячей воды в тот угол. Так, открыл, в общем, пол, вскрыл. И вот тут такая картина, короче, смотрите. Профиля, тройничок. Это все соседская там труба. Это тройник, вот он стоит, прямо его видно. Профиля. Короче, монтажники, которые были снизу, они просто тупо зашили эту трубу и все. Даже не запенили вверх. Вот сейчас я вот и раздолбил здесь все. И, короче, мусор сыпался туда вниз, к ним, к соседям, в шахту. Ну, такую вот гипсокартоновую перегородку, в общем. Все сыпалось туда. Вот. Ну, естественно, я все собирал с пылесосом, чтобы как можно меньше всего туда могло упасть. Но все равно надо было уж этим мастерам, которые снизу, позаботиться об этом и хотя бы запенить вот эту верхнюю часть, чтобы в будущем я, когда долбил здесь, мусор не сыпал туда вниз. Ну, он уже немножко насыпал. Короче, хоть и не видно, но все равно неприятно. Такие дела. А вот здесь вот моя верхушка к соседям. Ее тоже будет мне немножко раздолбить. Естественно, это все запеню, потому что трубу мне нужно будет прижать максимально к потолку. И потом ее пропустить опять в этот же угол. На этом месте у меня будет полотенцесушитель ставить вот в этом дверном проходе. А этот полотенцесушитель я уберу. Вот такие дела. Работаем дальше. Кстати, вот еще канашку тоже развернул, раздолбил. Канашка будет здесь, вот унитаз будет здесь стоять, инсталляция. Там, в общем, стиралка. А здесь на душевой трап будет идти. Ну и также здесь вот будет раковина. Так, короче, продолжаю делать заделывание отверстия. Запихнул вот такой вот вспененный пенополистирол туда вон в отверстие, чтобы много пены у меня просто вниз не ушло. Все смочил водичкой. Вот это вот все аккуратненько. Взял пену и просто загнал эту пену туда вниз. Вот сейчас чуть-чуть побольше открыть. Вот таким вот образом, в общем, запенил все там внизу, чтобы сверху уже мусор просто у меня не сыпался вниз. То же самое должны были сделать мастера снизу, запенить вверх, чтобы я при демонтаже не нагадил им там внизу. Вот так вот, короче. Что-то как-то у меня пена. Вот так. Второе дыхание открылось. Вот так, короче, запениваем все аккуратненько. Все, у нас мусор уже туда вниз к соседу не пойдет. Вот такие дела. На этом пока у меня все. Кстати, еще такой вот небольшой лайфхак. Для того, чтобы пена у нас схватилась быстрее, смачиваем ее вот так вот водичкой. Вот поэтому верхний слой сразу у нас начинает твердеть и уже быстрее доходит до нужного нам состояния. Вот как-то так.
Теперь я хочу вам показать, насколько кривые стены были здесь от застройщика. Хотя вроде визуально все кажется ровным, но точность приборов говорит обратное. Поэтому смотрите, какие здесь стены, и думайте, а нужно ли выравнивать стены, когда можно использовать только то, что имеем. Задав геометрию комнаты, мы здесь имеем вот такую вот картину. Обратите внимание, здесь вот у нас два маяка установлены, они прямо впритык к стене. Соответственно, угол 90 градусов я задавал с помощью лазера Control 360 Multiline. И эти уголки у нас, эти у нас маяки, короче, пошли уже небольшим таким выступом. Здесь у нас где-то примерно 2,5-3 сантиметра выступ. Ну, здесь где-то полтора. Ну, все это происходит из-за того, что задали мы угол 90 градусов. А сверху ситуация иная. Здесь вот у нас маяк, получается, прямо за под лицо со стеной. И здесь вот он выпирает, ну, примерно где-то так же на 3-3,5 сантиметра. И, соответственно, с этой стороны у нас идет завал стены в сторону коридора и тоже с разбегом где-то 4 сантиметра. Ну, такой получается у нас завал. Как бы ничего страшного в этом нет, комната ведь штукатурится, выравнивается, плитка укладывается. Но есть один минус, есть один косяк. Вот эта вот стена. Здесь у нас будет устанавливаться дверь. Получается, с этой стороны мы будем иметь ровную вертикальный уровень стены, а с этой стороны у нас будет стена загнута в эту сторону. Получается, при монтаже двери весь этот косяк, естественно, вылезет. Поэтому, если штукатурится стена с этой стороны, получается, стена должна штукатуриться и с этой стороны, для того, чтобы скрыть вот этот дефект кривизны стены и чтобы дверь у нас стояла ровно. Так, друзья мои, всем привет! Сегодня видео будет про установку маяков. Нахожусь я на объекте, где наши дорогие застройщики сделают ремонт, после которых нам приходится его доделывать. Для этого, в общем, штукатурю стены ванной комнаты. Ну, в принципе, еще для того, чтобы укладка плитки проходила гораздо проще, легче. И не было у нас непредвиденных ситуаций в виде бугров на стенах и тому подобных неприятных моментов. Ну, у нас тут совмещенный санузел получается, вот так вот объединили. Эта стенка, этот проход, в общем, зашивается гипсухой. Установил два маяка, здесь я выведу, и по этой стробе пойдет у нас полотенчик на эту сторону. Вот как-то так, короче, будет. Пока на этом все. Дальше работаем. Завершение моей работы. Я предложил ему, давай я тебе установлю маяки и заштукатурю эту стену. Ну, то есть, сделаю ее ровной. Итак, с чего мы будем начинать нашу работу по отштукатуриванию данной стены по маякам? Естественно, с установки маяков. Устанавливать маяки мы будем шестерка. Это маяк шестерка. Ну, для тех, кто не знает, есть их два вида. Шестерка, десятка. Десятка я обычно использую для полов, а для стен подойдет шестерка.